мотор, еда, Киев и поддержки. И что мы делали? Мы сегодня с вами начали с укладочки на нижней смене, то есть мы делали такую штуку. Мы делали раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, раз, два, три, четыре, с другой стороны. Сюда-да, сюда-да. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, раз, два, три, четыре, пять. Если вы уверенно себя чувствуете, на самом деле опустить партнершу можно уже на счет 4. То есть, если вы хотите, допустим, видно, чтобы там долго не ждать, получится раз, два, три и четыре. Пять, семь, восемь, да. То есть это вы нарабатываете. Второй вариант за правые руки. Правые руки мы делаем с вами. Раз, два, тупа, щу. Подняли. Туда, туда, да. С другой стороны. Раз, два, степ, степ, так. Подняли. Щу. А после этого мы начали делать. На этом этапе очень просто, чтобы понять, куда вы выходите, где зритель. Вот лица, куда стоит партнер лицом, туда вы потом должны выйти в этой вкладке. То есть партнер должен начинать эту вкладку на зрителя. Отсюда мы вращаемся, и вот мы двигаемся в линию, в линию, в линию, и вот у нас зритель там же остался. После этого мы работаем с ласточкой, партнершей, с крыжом партнера. Ласточка партнерши выглядит следующим образом. Раз, два, два. Мы сохраняли энергию, поднимали партнершу. Выводили на какую-то фигуру. Это была инициация партнерши, то есть два варианта на это повести. Пересказать или дождаться, когда партнерша сама это сделает. Да. И наша задача была, девочки, мы делали степ, степ, джамп, прыгали в грудку на правую ногу. Степ, степ, джамп. Левая нога как будто оставалась сзади. Когда мы доставали ее, это задавало динамику поворота. При этом наша задача была уходить от партнера четырьмя точками, держать спинку прогнутой. Мы фиксировали, мы говорили о том, что вот точка фиксации одна, партнер создает контакт. Вот вторая, это помогает регулировать. Если мы расслабим сильно руку, и если мы сами чуть-чуть хуже управляем своим корпусом, что мы не можем сохранить ровную позицию, нас может немножечко занести туда. Именно для этого мы использовали правую руку, чтобы подтянуть, вернуть свой баланс. Позиция была вот такая, когда нас партнер крутил. То есть мы могли опуститься выше-ниже, но от нас это вот зависело от нас, а не от партнера. Партнерша не макает туда, ниже уйди или еще что-то. И мы делали проезд партнера. Мы делали его в таком варианте, это выглядело. Рок, степ, лужа, степ, рок, степ, трипл, степ. У партнера был следующий фигур, то есть мы делали рок, степ, болджамп. И мы в этот момент, когда мы прыгали, корпус мы пытались уже начать скручивать, ногу стремились оставить сзади. И потом, когда мы поворачивались, максимально долго вели ногу сзади, и потом ускоряли себя за счет того, что мы собирали ногу и как будто группировались внутрь пары. Да? За счет этого мы добавляли элементы, ставили ногу и выводили.